здесь своя душа и свое лицо, которое придает неповторимый облик и отличает один город от другого. Имидж нашей столицы уже сформировался, и во многом благодаря культурным объектам города, являющихся не только местом средоточия материальной и духовной культуры, организации, проведения мероприятий, но и объектами культуры и истории. По аналогии с мировыми городами, популяризация Астаны отечественным и иностранным гостям должна включать полный ассоциативный ряд как новых архитектурных творений, так и презентабельных зданий прошлых лет. Сегодня мы можем говорить о том, что в городе Астане имеется 46 памятников истории и культуры, включающие 34 памятника архитектуры и градостроительства, 12 археологических памятников. По значимости два памятника являются республиканского значения и 44 местного. По всем памятникам определены охранные зоны, установлены таблички, которые информируют о том, что эти памятники находятся под охраной государства. Говоря о проделанной работе, коротко могу сказать, что за прошедший год, за 13-й год, 15-й год, 16-й год, на выделенные местным бюджетом средства были отреставрированы 13 памятников историко-культурного наследия города Астаны, среди которых триумфальная арка Мамлык-Ель, монумент Астана-Байтерек, монумент Мунтов-Жызгот-Секу-Жызгот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 -Ж
Никулину, памятник Кенесары, а также здание, сейчас уже в наше время, здание Казахского театра, которое является бывшей мусульманской школой 19 века. И говоря о сакральных объектах, необходимо отметить, что в настоящее время определены 20 памятников истории и культуры как сакральные.